Песков рассказал об отношениях Путина с родственником в «Газпроме». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вхождении двоюродного племянника главы государства в состав правления «Газпрома». Слово представителя Кремля приводит корреспондент «Лента.ру» в четверг, 22 марта. Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение. То есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть, сказал Песков. Ранее в четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что Совет директоров энергетической корпорации рассмотрит вопрос о включении в состав правления компании Михаила Путина. Предполагается, что он займется сферой материально-технического обеспечения. Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», Михаил Путин родился в Иваново и учился в Ивановском государственном медицинском институте и Государственной академии управления имени С. Орджоникидзе. Он также кандидат медицинских наук и советник Российской Федерации 3-го класса. С 2007 года является зампредом страховой компании «Согаз». У него уже был опыт работы в «Газпроме». С 2004 по 2007 год он возглавлял медицинское управление. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.